прям закон, все равно поддерживаем. Мы единственное, мы не видели один момент, который мы наставляем, это перевоз имеешь зерна съемных пунктов, то есть управление документами будет каждый планирован в границах съемных пунктов, пределов фактически занят полной территории по состоянию от первого ряда 2018 года с включением съемных пунктов. Мы когда границы съемных пунктов устанавливали, у нас 155 участков приглашли в съемные пункты, и люди ждут, когда будут изменены законы, они смогут свои права. Хорошо, мы услышали, там в конце потом...